Когда я увидел фонды работ студентов, выпускников, я понимал, что это делают люди, то есть люди такие же, как и я. И, наверное, тогда я уже понял, что это мое любимое, наверное, дело в жизни станет. Древнейший и уникальный вид искусства. Сколько насчитывает резьба по кости, сказать трудно даже сейчас. В 2016 году на Алтае ученые нашли костяную иглу возрастом 50 тысяч лет. Древние люди использовали кости животных и для наконечников орудий, для своего рода бижутерии. На полках музеев по всей стране хранятся вот такие муляжи бус. Сегодня резьба по кости уже искусство, которому нет равных. У каждой кости свой запах. Если козий, козой пахнет. Если бараний, бараном пахнет. Вот. А у лося, у оленя, у них другой запах. И вообще все рога, они разные. Они по цвету, по фактуре, по физическим свойствам все разные. Выбор профессии будущему ямальскому художнику-косторезу Кириллу Никифорову подсказала мама. Он поступил в училище в Салехарде. На специальность набрали больше 30 студентов. Вспоминает, повезло сильным курсом и руководителям. Учиться интересно, но сложно. До выпуска дошли только 10 человек. Отсев был большой. То есть многие уходили, не справлялись. Потому что работа с костью, с деревом, я не только речь по кости, но и дерево. То есть это сложная физическая работа, девочек очень много было, с нами только одна, так сказать, доучилась. Спустя годы в столице Ямала по-прежнему готовят профессиональных резчиков. Обучение бесплатное. Среди студентов много ненцев и хантов, которые занимались резьбой с детства. В 2019-м на декоративно-прикладное искусство поступили 6 человек. Правда, последнее время дипломы получают по 2 мастера. Нагрузку выдерживают не все. Еще один бонус – трудоустройство. В этом году свои резчики появились в Таркасале и Мужах. Декоративно-прикладное искусство по отраслям. Там разные виды деятельности есть. Есть работа с костью, есть работа с деревом, с мехом, с бисером. Даже встречаются такие элементы, как роспись. Дерево и кость – это как бы традиционное, вот именно ямальское направление, поэтому ему больше уделяется внимание. Сегодня мастеров по всей стране около 2000. У каждого свой почерк и стиль. Частые темы – промысел коренных народов, сюжеты северных легенд. Над одними фигурами работают меньше получаса, над другими корпят по полгода. Говорят, после рук резчиков работы живут собственной жизнью. У каждой своя энергетика. Отсюда негласное правило – в плохом настроении за резьбу не браться. Вот Николай Чудотворец. Сам почитаем, у нас святой на севере. Это из Бивни мама это сделала. Кадры из Архангельской области. Вот так в селе Ломоносово в маленькой мастерской появляются уникальные работы. Вот у меня эта вставочка рельефная. И чтобы фон равнять, вот, вот такой крючок из стали. Ну, они бывают круглые. Вот раньше так вот и тихонечко работали. Упор в палец и вперед. Косторезное дело развивается в основном в северных регионах страны. Тобольск, Архангельская область, Якутия, Чукотка, Ямал, Магадан. А вот, например, в Ненецком округе резьба по кости только становится популярной. В Ямале есть мастера, да, их не очень много, потому что ненцы, которые проживают здесь у нас на территории, никогда не занимались этим. А у нас больше шитье, работа с мехом. Максим Тарасов осваивать ремесло начал на курсах. Набирали всех желающих. Теперь умелец вырезает брелоки, подвески, броши в виде зверей. Шутит, на серьезные работы пока не хватает терпения. Что касается меня, я, например, мог бы продавать и вполне себе на этом можно зарабатывать, там, работая 3-5 часов в неделю, там, не напрягаясь вообще, 10-15 дополнительного дохода можно с этого иметь. Но я предпочитаю делать и дарить друзьям, дарить знакомым, просто приятным людям. Я, в принципе, люблю делать подарки, и поэтому можно сказать, что на подарках я сэкономил это прилично. Раз в 2 года все школы собираются на выставке «Душа Севера». Это большой проект правительства Ямала. Цель – поддержать косторезов и развить ремесло. Отсюда работы разъезжаются и по музейным фондам страны. Это в 28 лет мне еще было тогда. Прям переполнял эмоции, потому что вообще, когда у тебя покупает музей фонды, и если музей очень серьезный, крупный, солидный, у молодого художника купив работы, но и когда стоят рядом с тобой маститы и старые художники, это немножко как бы тебя, ну, наверное, там, ну, даже мало эмоций, просто какая-то гордость. Главное не перегореть. В том направлении, в котором сейчас я работаю,
В России у нас мало кто работает, может сказать, вообще никто не работает. Косторезное дело – это еще и неплохой заработок. Стоимость работ мастеров может доходить до нескольких сотен тысяч рублей. Но как в любом деле, есть проблемы, дорогой материал. Спрос на фигуры из бивня мамонта был всегда, но по карману он не каждому. Часто мастера называют материал золотым. Добывают бивни в основном в Якутии и не всегда законно. Оперативная съемка. В грузовой машине в Беларусь пытались вывезти 60 мешков бивней. Стоимость некоторых экземпляров специалисты оценили в 650 тысяч рублей. Находят древние кости и на Ямале. В везунчиком, скорее всего, попадается. А то, что если искать их, вот эти бивни или кости, вообще невозможно найти. Дядя пошел на дежурство, смотрю, он говорит, в воде, говорит, хорошо посмотрел, а этот бивень вообще. Потом брат у меня двоюродный пошел за водой и смотрит воду, а там бивень лежит. Что касается коренных народов, чумах из кости, кроме затейливых статуэток, делают и специальные пуговицы на упряжку оленей. В последнем случае на смену постепенно приходит пластик. Вообще все зависит от резчика. Можно придать дороговизну изделию из коровьего, оленьего, лосиного рогов и не только. Важно правильно обработать материал. В 2008 году посетил Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Ну, впечатлился теми работами, которые были там представлены. Работа уникальная, конечно, это. Старая школа, старые мастера. Удивительно. Вот. И на обратном пути, проезжая через Москву, там купил свой первый кусок бивни мамонта. Вот. Даже у меня остался кусочек, вот прекрасная корочка сохранилась, еще берегу ее. С этого началась история новоуренгойского мастера Алексея Зайкина. Скульптуры с проработкой каждой складки одежды, мимики и пластики. Резчик создает чаще всего из бивня мамонта или клыка моржа. Сейчас мастер зарегистрирован как предприниматель и начал делать ножи с костяными рукоятками. К слову, доход это не основной, есть и постоянная работа. Но косторезное дело для северянина больше, чем увлечение. Мы тут рабочее место здесь, я в основном по дереву работаю. Кстати, вот одна из работ моих по кости. Танец называется. Самое сложное – это воплотить задуманное. Все-таки реализовать мысль, передать ее в материале, именно так, как ты хочешь, как ты представляешь, наверное, это и есть сложность. Данил уже знает, что он будет делать, я так думаю. А вот с Ильей я буду конкретно работать. Человек, который начинающий. А вот резчик из Ноябрьска Кирилл Никифоров сейчас передает свои знания в студии. В 2018-м за счет окружного гранта в городском центре ремесел открылась мастерская «Северное узорье». Намазываем и полируем. Кость не лакируется, она полируется. Оборудование и хорошая вентиляция в работе костореза чуть ли не самое главное. Часть техники как раз купили за счет гранта. Сейчас ремеслу здесь обучают горожан старше 18, для детей проводят мастер-классы. Стоят такие занятия от 190 до 380 рублей. Я не просто, вот, придя ко мне человек, да, вот он взял, я ему даю косточку, он вырезает. Нет, я ему сижу, показываю. Я даже иной раз, когда есть время, я рядом сажусь с ними. Сижу, вырезаю. Они подходят, отдыхают, смотрят, как я держу бор, как бормашину держу, как я шлифую, как я полирую. То есть они учатся у меня. И они потом в своем творчестве используют мои манеры. Но потом, допустим, каждый, когда художник уже овладев мастерством, он уже, тоже ему что-то нравится, что-то не нравится. Он ищет себе. К своей манере шел у Никифоров. В работах он сочетает совершенно разный материал. Кости диких животных, ценные породы деревьев. А главное, не грамма краски. Все цвета натуральные. В работе очень важно, чтобы она смотрелась хорошо. Значит, надо подобрать материал. Поэтому есть такие работы, которые я делаю долго, по причине того, что нет определенного материала. То есть, когда материал появляется, вот здесь, допустим, у меня долгое время не было сустава вот этого. Если посмотреть, на, как раз изображен монгол, портрет монгола, вот именно губы, подбородок, вот эту нижнюю часть, как раз глаза у него здесь вот эта, маска такая. Вот, а вот это губы внизу, видите, нос. Вот эти губы, это сустав, он так и есть. Вот, то есть, форма сустава, я ничего с ним не делал. То есть, этого не было сустава, нога была у меня. А губ не было. Я не хотел делать из лосиного рога. То есть это натурально. То есть я просто вставил их, вот, и в профиль он так и смотрится. То есть как губы у него. Все. Шлем я делал составной. То есть как бы это уже детали там. То есть здесь не клеенные. Вот эти, единственное, только шлем приклеен между собой. А вот эти крепления, которые вот именно вот, защитные такие крепления шлема, это все сделано из козьего рога. Когда его нагреваешь, он гибкий становится. Когда он остывает,
он становится крепкий. Поэтому здесь клейки нет. Рядом работа учеников после 4 месяцев занятий. Сам резчик говорит, мастерам в городе нужны площадки, так называемые арбаты, где не только ремесленники смогут продавать свой товар. Пока место торговли – это интернет и бизнес-выставки. Года назад Кирилл Никифоров открыл ИП. Продавать стало проще и легче. Хотя многие мастера бизнесменами стать боятся. Но опыт показал – зря. Я уже не боюсь. Не боюсь там взять рекламку, я плачу налоги. И заказчиков больше появилось. Вот я к этому пришел. Но разговаривая с такими же, как я, художниками, не все за это идут. Они, вот, все равно есть боязнь. Боязнь того, что это дорого. Я посмотрел патент, я посчитал там сумму, там выгодная сумма для меня. Резчиков никогда не было много, но ремесло живет и развивается, а северных мастеров знают за пределами страны. Юлия Левачева, Наиль Нафиков, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24.